соблюдают ли закон компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Чтобы выяснить это, сотрудники ГИБДД и Ространснадзора вновь вышли на махачкалинские дороги. Инспекторы уделяют особое внимание соблюдению водителями требований дорожного движения, проверяют наличие техосмотра и состояние общественного транспорта. Полностью при перевозке пассажиров транспорт должен быть технически исправлен. У них должны соответствовать протекторы шин, лобовое стекло целое должно быть, все наличия документов, путевые листы должны быть, медосмотр должен быть, техосмотр. Пассажиры, этот водитель должны соблюдать все при перевозке, у них вся документация должна быть. Не хватает в городе транспорта, маршрутки переполнены, число мест не соответствует с количеством пассажиров в транспорте. Вот основная проблема нашего города. Транспорта не хватает. Также сотрудники напомнили горожанам о необходимых мерах профилактики в период пандемии. Пассажирам автобусов и маршруток бесплатно раздавали гигиенические маски. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться до конца месяца.